короткого расстояния, и он выстрелил в воздух. На что Мартынов ответил ему прямо в грудь. Лермонтов упал, к нему подбежали секунданты, и как потом вспоминают свидетели этого страшного дела, он улыбнулся своей такой странной улыбкой, которую многие помнят потом. На что Мартынов сказал: «Прости, Лермонтов», и Лермонтов скончал. Боюсь не смерти я, о нет, боюсь исчезнуть совершенно. Хочу, чтоб труд мой вдохновенный когда-нибудь увидел свет. Хочу, и снова затруднение. Зачем? Что польза будет мне, мое свершится разрушение в чужой неведомой стране? Я не хочу бродить меж вами по разрушению. На то ли я звучал струнами, на то ли создан был певец, на то ли вдохновение, страсти меня к могиле привели. И нет в душе довольно власти, люблю мучения земли. И этот образ, он за мной в могилу силится бежать, туда, где обещал не дать ты место к вечному покою. Но чувствую, покоя нет. И там я буду тех длинных, тех жестоких лет, страдалец вечный не забудь. Спасибо вам. Счастья вам, радости, творчества, которое есть, наверное, в каждом человеке. Нет ни творцов на свете. Спасибо вам.